Короче, на котле обнаружилась вот такая вот ошибка Е04. И смотрим показатели барометра. Действительно, упало в красную зону давление воды. Как это исправить? Вот есть краник. Можно его подпитать немножко. Оп. Вот, вода пошла наверх. И он заработал. Видите, как все просто решается. Нужно следить, чтобы давление не падало ниже красной зоны. Ну, типа, не доходил до красной зоны. Сейчас подпитаем и его закроем потом. Вот где-то так вот его хватит. И он, как вы видите, заработал. Так что, если у вас произошла такая ошибка 0.4, вы знаете, что делать. Котел работает, отопление пошло.